Но вот, к сожалению, от аутизма прививки пока не придумали. Болезнь вообще до конца не изучена. Между тем, количество выявленных случаев по всему миру наталкивает на мысли об эпидемии. Аутичные симптомы регистрируют по разным данным у 1 из 100 или 1000 детей. В то время как еще несколько десятилетий назад аутизм относили к редким психическим заболеваниям. Почему сложилась такая тенденция, спросим специалист. У нас в студии старший научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра Московского психолого-педагогического университета Дарья Перевязева. Дарья Станиславовна, доброе утро. Действительно, мы не продвинулись ни в коем случае в изучении этой болезни. Для нас до сих пор за 7 печатями она? Вы знаете, конечно, нет. Конечно, мы, с одной стороны, знаем достаточно много уже об этом заболевании. С другой стороны, мы находимся в какой-то такой точке исторической, когда еще больше предстоит узнать. И даже цифры, которые вы назвали, они не совсем такие, потому что вот еще недавно была цифра 1 на 68, и мы к ней с трудом привыкли. И то есть один случай на 68 детей? Один случай на 68 детей. И оказывается, что сейчас уже 1 на 59. А все-таки разобрались, это генетическое заболевание? В семьях, где есть один ребенок с аутизмом, гораздо выше риск появления второго ребенка с аутизмом. Эти данные говорят нам о том, что... вероятно, генетическая природа. Mm-hmm. Более того, в семьях, где есть близнецы, mm-hmm. особенно монозиготные близнецы, то есть там, где генотип еще ближе, там очень высокая вероятность mm-hmm. того, что если у одного ребенка будет, mm-hmm. то и у второго. То есть не рекомендуют рожать даже дальше детишек? Ну, я бы так не сказала. Скорее, нужно медицинское обследование. Быть готовым. Mm-hmm. Нужно быть готовым. А как вообще аутизм проявляется? Mm-hmm. Как это родители должны понять? Это нарушение социального взаимодействия, нарушение коммуникации и стереотипный и повторяющийся характер поведения. Так, а на примере у какого-то живого молодого ребеночку, там, не знаю, с какого времени можно диагностировать? С полугода, с нескольких недель? Как, с каких? Чаще всего аутизм диагностируются где-то в возрасте от 2 до 3 лет. Отечные дети затрудняются проследить взгляд другого человека. Они затрудняются понять, куда смотрит и куда показывает другой человек. Угу. У них нарушена игровая деятельность. Они испытывают трудности при с воображением. А вообще лечится это заболевание? Говорят, что вроде нет, да? Угу. С этим довольно сложно. Таблетки от аутизма нет. Когда мы будем понимать, какие механизмы стоят за этим, тогда mm-hmm. будет следующим шагом уже попытка найти лечение. Mm-hmm. И исследования в этом направлении очень активно ведутся. А вот то, что с животными говорят, mm-hmm. если контактируешь с лошадьми, с дельфинами, mm-hmm. и вроде как это помогает, или это собаками? Чудеса собаки? Вы знаете, любая коррекция, она должна строиться от каких-то задач. И, наверное, mm-hmm. можно предположить, что какие-то задачи можно лишить через общение с животными. Зная о генетической такой составляющей этой болезни, мы можем подправлять каким-то образом отдельные гены и на ранней стадии от всего избавляться? Или нет, пока такого нет? Пока неизвестны конкретные гены. Пока на настоящий момент известно, что порядка 10% детей, 10% случаев аутизма связаны с известными генетическими заболеваниями. Это 10%. А остальные случаи – это случаи, когда наблюдаются какие-то несбалансированные перестройки mm-hmm. генома, какие-то случайные нарушения. Если вы говорите о том, что таблетки не существуют, mm-hmm. но есть методики, они каких успехов позволяют добиваться? От 5 до 10% детей удается преодолеть симптомы аутизма. 5-10%. Остальные дети могут это сделать в разной степени. Так или иначе, улучшений могут добиться, наверное, все mm-hmm. дети. Правда? Ну, это хороший такой yeah. финал к нашему разговору. Единственное, что некоторые родители, например, оправдывают это заболевание тем, говоря о том, что ребенок индивидуальный, что он особенный. А действительно, такие дети более талантливы, чем, ну, скажем, среднестатистический ребенок? Ведь сколько фильмов об этом снято? Это тоже очень хорошо известно нам. И действительно, у детей с аутизмом mm-hmm. может быть неравномерные способности. То есть какие-то mm-hmm. способности могут быть высокие, а какие-то способности могут быть низкими. Но самое главное в жизни – это социальная адаптация. Uh-huh. И если эти способности помогают социально адаптироваться, значит, это uh-huh. нужные способности. Спасибо. У нас в студии была старший научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра Московского психолого-педагогического университета Дарья Переверзева. Хорошего Спасибо дня. Спасибо большое вам.